Вселенская родительская суббота установлена церковью накануне Великого Поста. В этот день митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Успенском храме, что на Малой Охте. Успенский храм на Малой Охте построен в 2000-2001 годах на историческом месте храма равноапостольной Марии Магдалины, взорванного в советское время. В народе его называют блокадным, поскольку создан в память о событиях Великой Отечественной войны и является местом особого поминовения усопших в блокаду. Заупокойное богослужение во Вселенскую родительскую субботу здесь возглавил митрополит Варсонофий. Его Высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления, почетный настоятель храма протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Андрей Панков с клиром, протоиерей Петр Мухин и другие священнослужители. Особое утешение слышим мы в этот день в словах Евангелия от Иоанна. «Аминь, аминь, глаголю вам, яко грядет час, и ныне есть». Егда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Вместо скорби – молитва, вместо отчаяния – добрые дела. Вот о чем напоминают нам установленные церковью дни поминовения усопших. В своем архипастырском слове владыка Варсонофий уверил, что уже сейчас, в это самое мгновение, те, за кого мы молимся, приняли благодать. Все нуждаются в молитвах, даже святые. Преподобный Ефрем Сирин, когда умирал, казалось, такой великий святой. Мы скоро будем читать молитву преподобного Ефрема Сирина. Так это он говорит: братья, когда будете себя молиться, вспоминайте меня. И при том, как за себя молитесь сокрушенно, так и за меня сокрушенно молитесь. Вот даже святые просили всегда, чтобы за них люди молились. А нам тем более нужно молиться за своих близких, потому что мы пользу двойную получаем. С одной стороны, они получают пользу, а с другой стороны, и мы с вами получаем пользу, потому что мы тоже как бы участвуем в судьбе, творя за них милостыню, получаем от Господа благодать. Владыка митрополит также призвал молиться за тех, у кого на земле не осталось ходатаев. Огромное значение архипастырь придает воспитанию детей в духе молитвы. На память о встрече храму подарена икона всех святых в земле российской просиявших.